В Рудобасенском районе открылся новый медицинский пункт. Объект расположен в селе Саратугай сельского округа Шубарсу. Центр обслуживает до 360 человек. Аким Рудобасенского района Нурбек Бадыраков принял участие в церемонии открытия медицинского пункта. В церемонии открытия нового здания приняли участие аким Рудобасенского района Нурбек Бадыраков, депутаты районного маслихата и местные жители. Радости жителей нет предела. В нашем селе много стариков и маленьких детей. Конечно, в случае необходимости к нам приезжала скорая помощь. Но теперь мы будем получать медицинское обслуживание в родном ауле. Спасибо. Поздравляю всех с праздником. В Рудобасенском районе большое внимание уделяется здравоохранению. В рамках нацпроекта «Денсаулах» планируется строительство медицинского пункта в каждом селе. Уже в этом году начато строительство 9 объектов, 2 введены в эксплуатацию. В Рудобасенском районе проводится серьезная работа, направленная на повышение качества жизни населения. Расширяется и сеть медико-санитарных пунктов на селе. Сегодня еще один объект здравоохранения открылся в селе Саратугай Шубарского сельского округа. Отметим, что в медицинском пункте работает один фельдшер, один сотрудник и охранник объекта. Здесь пациент может получить первую медицинскую помощь. Также предусмотрены прививочная и специальная комната для беременных. Смат Муратовна, Нурбек Аскарович, новости.